Всем привет, друзья! Сейчас я сижу в машине, потому что мы сейчас в Австрии, у меня дома. Вот. И мы поедем в Хайнрихштайн. Скоро моя мамка, наверное, придет. И вот. Надеюсь, вам нравится, где я живу. И напишите в комментариях, что за влоги хотите увидеть. Я уже снимала некоторые влоги в Хайнрихштайне. Надеюсь, они вам нравятся. Я жду мамку, и она, наверное, еще будет очень долго собираться. Но я надеюсь, что-то не видно. Свет никакого не видно. Я уже сегодня много видео сделала для Ютуба, так что посмотрите их. А это был влог в машине. Пока всем!